По версии следствия, молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в наследство. Об этом он сообщил своему другу. О планах сочинца узнали и правоохранительные органы. Дальнейшие его действия проходили под их контролем. Подысканный исполнитель, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство. Во время оперативной съемки заказчик передает расписку о задатке и, судя по поведению, ничуть не сомневается в принятом решении. Как будешь себя вести, когда менты там приедут, сведут на тебя? Ну как? Да, подобает сыну. Со всеми слезами. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, а также сообщил о собаке, которая имелась в доме. Также он предоставил охотничий нож и средства конспирации. Родители обвиняемого согласились на инсценировку своего убийства. Молодому человеку предъявили фотографии, якобы подтверждающие факт совершенного преступления, после чего он привез исполнителю часть вознаграждения. Получив 26 января 2018 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал ее исполнителю. После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Добавлю, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.